второе стихотворение из репертуара группы «Чистая любовь», оно такое непременное и самодостаточное, содержит в себе некоторые аллюзии, рефлексирующие мифы, существующие в российском обществе, о архетипах германской культуры и субкультуры. Стихотворение называется «Берлинская былина». В Берлине, где колбасы, там, где шнапс течет водой, выходил на Фридрихштрассе нитшанец молодой. У него пиджак без складок, взгляд пронзителен и дик. У него в душе порядок, а в руке букет гвоздик. Подошли к нему даосы, подошли и говорят: «Дай-ка, лысый, папиросу, табачком порадуй, брат!» Улыбнулся мечанец, шмайсер смазанный достал, и даосом с их вопросом в тот же час шандец настал. Между строчек притчи этой нота стойкая сквозит. Ты в толчок спусти таблетки, вылей пиво, паразит! Брось на землю папиросы и не ссышь, что насорил! Лучше палки, чем колеса, так нам Пушкин говорил!